Приветствую вас, дорогие коллеги. На видео очень хорошо заметна контрастность оттенков. Около лба, на височной зоне у нас оттенок колеблется от 7,5-3 до 7,3, то есть золотистый, интенсивный. Макушечная зона у нас это суперсветлый блондин, я бы сказала 11 уровень, просто закрытый фиолетом. И очень хорошо явно видно, какое количество обломанных волос. Перед окрашиванием я приступаю к тщательному осмотру для того, чтобы определить наиболее темные зоны и, естественно, рассчитать воздействие их, потому что очень хорошо видно, что волосы, где находится зона 7-3, то далее волосы также очень интенсивно осветлены и имеют очень высокую степень повреждения, то есть очень большую степень облома. Поэтому работа должна быть очень аккуратной и выстроенной с химической точки зрения. Меня очень часто упрекают в том, что процесс осветления я начинаю не с той зоны. Все свои окрашивания я строю, исходя из оттенка волос и на каком участке они находятся. Для того, чтобы рассчитать время воздействия и, естественно, учесть качество волос, могут ли они вынести эту процедуру. Чтобы было мне очень удобно работать, я подтягиваю волосы. После того, как я подтянула волосы, я наношу спрей реконструирующий, который будет защищать волосы в процессе осветления. Мои коллеги, сейчас я приступаю к процессу осветления, он очень кропотливый, поэтому я вас оставлю. Внимательно следите за тем, как я наношу, какое количество препарата, поэтапность. И если у вас будут возникать вопросы, я жду ваши вопросы в комментариях. Удачи и приятного просмотра!
Mm-hmm.